Итак, всем приветули, с вами я, Пиксель Настян, и сегодня я с своими друзьями буду записывать такую необычную рубрику, которая называется Quidditch. Ну и, конечно же, поздоровайтесь. Всем привет! Всем привет! Привет. Всем привет! Да. Всем привет! На самом деле, я пошутил насчет Quidditch'а. Кирилл скажет, какую мы будем рубрику записывать. Мы сегодня будем играть в сплив на желание. А, пиксель-бро. Понимаю. Мы, короче, будем записывать сплив. 100 лет уже не играли. Потом, если захотите, мы поставили вот мод на такие крутые метлы, и мы можем записать для вас квиддич. Мне кажется, это крутая идея. Обязательно ставьте лайки. Давайте наберем 3000 лайков, и выйдет эта рубрика. А также, ребят, напишите в комментарии, какие еще мини-игры записать. И, кстати, мы сегодня хотели записывать выживалку, но, к сожалению, у нас тут произошли некоторые траблы. И записывать выживалку будем только завтра, но она будет нереально крутая, с крутым сюжетом, так что обязательно ждите. Так, все, по поводу желанки. Смотрите, нам нужно будет выявить среди нас, нас 10 человек, одного победителя, одного проигравшего. И проигравший, точнее победитель, должен будет отфотошопить аватарку. И этот человек, который проиграл, должен будет ее поставить на целый день. Все, начинаем копать. Ууу, какая скорость! Мне надо было железный брать. Я гонщик нереальный, профессиональный. Так, мне кажется, Элис меня только атакует. Ладно, кстати, ребята, если что, бить лопатой друг друга нельзя, но нечаянно, если там, ну, скинули, ну, бывает, как бы, ладно, но... Мышки не наносят урон. Это если вы, как бы, это специально делаете, мы это замечаем, то мы вас скикаем и, как бы, фотошопим очень неприлично. Прям неприлично? Слушайте, ребят, мне кажется, это вообще... О, у меня уже есть человеки. Опа! Минус Аня. Так, я отлично. Предлагаю копать людей сверху, давайте им подвинем. А, да, согласна, ребят. Стоп. Мир. Давайте копать в верхних. А то они там сейчас останутся навсегда, и все. А, ну вообще интересно. Элис, ты какашка. Элис, не доверяйте Элис. Аня, давай. Аня, ломай вверх. Ты сама. Здравствуйте. Ты врешь мне. Ой. Ребята, пока что пишите в комментариях, за кого вы болеете. Как вы считаете, кто победит? Из нас всех. Ай, не надо скидывать. Ребята, интересная тактика. Можно ставить желательно уже сразу на 4 блоках, потому что тебя ты сразу не скинут. Блин, ну и где вы? Я уже копаю тут сколько? А ты по себе копаешь? Я верхний ломаю. Мы с Максимом вообще остались одни наверху. А вы бегаете просто почему? Давайте вы скидывай. Опа! Верхний ломай, черный, верхний ты меня ломай. Скинул, ты мной подкопала, меня блок. Верхний. А, я, это не я, это. Ты, я бегу и главное падаю сразу на тебя сверху. Как так-то, блин? Мне просто нравится, что за мной бегает на втором этаже, хотя там на первом еще до сих пор. А у меня лопата сломалась, как быть? А, взять другую. А нельзя было сразу несколько взять, да? А кто меня скинул? Кстати, ребят, также смотрите, чтобы у всех были каменные лопаты, потому что может какой-то умник достать железную. Mm-hmm. Это, кстати, будет автоматически луз, я так. А, все, Максим решил скринуть. Ну ладно. Я все равно могу пойти наверх. Я знаю способ. Сейчас могу наверх. Ах ты, да. Да. Вы что уже, Аня, вы что делаете? А, я набуканула. А, понятно, я Юля. Я случайно. Да что ты врёшь? Я всё видела. В этом грохнули. О, Максим. Блин, я случайно. Блин, кто-то подо мной тут. А, кто это? Это Руби? Он упал в нашу лузу. Да, это Руби. Я упала в самый гид. Не ту Карину. Тихо, Тим. А, что, здесь уже низ. Руби, смотри, что делаем. Нет, Руби, не слушай его. Руби, он скрысит тебя, он меня скрысил. Руби, копай под Максимом. Под Максимом ломай. Он тебя скрысит. Ща-ща-ща. Я пытаюсь это исправить. Он, короче, ловушки делает. Он жук. Да, он вообще ловушка. Я специально в самый низ упал. Копай под ним. Я пытаюсь. Давай, копай подо мной, помогай. Давай, Аня. Я не успеваю.
Ты чё, ты кого пьёшь? Аня... О, минус 2, я минус 2. Это ты же... Я минус 4 уже дал, нормально? Ну, главное... А что ты тут забыла? Блин, я ломала сейчас... А ты себе забыла? Снегом ломала. Кстати, ребят, отделять себя нельзя, если что. Я думаю, это всё... Мы пытались. Ну, как бы, нельзя. Это... Интересно, это можно тогда сразу все отделят от себя и будут стоять на своих участках. Меня ударили, я упал в дырку, это честно? Нет! Ну, типа, не знаю. Аня, это не честно. Если не специально. Я тоже упала! Погоди, погоди, Ниди, 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 фу. Что это такое? У нас бог. Бога? Меня скрысили. Здравствуйте. Кто упал, сразу же в чате. Сразу в чате написать. Пиши в чате. А меня скинули рукой. Я уже объясняла по поводу того, что если кого-то скинули. Ну, ребят, ну что, надо несколько раз, что ли, объяснять? Ну, нечаянно, если. Если специально, блин, то банк. Карина, да не копай, ты просто нас скинул. Да какая Карина? Я забыл, пожалуйста, у меня память. Кристина, Кристина, запомни. Кристина, да. Крис, если так уж хочется. Хорошо. Так, я вижу... Стоп! Надо объединиться. Элис, вон там Аня бегает, надо ее скинуть. Там еще Кирилл бегает. А можно уровня? Нам с нулевого уровня где попасть? Где? Она вот там. Нельзя. Нет, нет. Ладно, это была. Так, Элис, давай. Есть. А Фаблю скинули, серьезно? Да сам упал. Сам упал. О, капец. Это была ловушка Максима. О, Макс упал, понимаю. Давай, пиши в чат, плюсик. Блин. Ботиня, 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 ботиня. Да, Аня, срочно. А, все. Я скинула Фаблю. А нас уже 5, да. Ребят, снизу 5. Нельзя копать, если что, то там снизу челики. Да-да. У нас уже 5. Ну и что, мы доигрываем, все равно как бы, ну, просто. Там Кирилл остался у него. Ботиня, Настя, ботиня. Только не... Там у Кирилла много места, идите нафиг. Да-да-да. А Фаблю, пошли наверх. Страшно. Как? Кто выбрался там на блок Афабу? Максим 4, давайте мы сразу фотошопим. Афабу. В смысле это Максим? О, лодка. А всё скинули. Чё, Аню скинули? Нет. А кто-то на блок поднимается, короче, давайте. Блин, стоп, ребят, пожалуйста, не... Спасибо. Спасибо. Я просто, у меня лагает очень сильно, хотел шейдер убрать. Да, ребят, снизу нельзя копать, если что, кто там снизу. Что, ребят, пожалуйста, не... Спасибо. Спасибо. Так, ну что ж, ребятки, мы выявили 5 победителей и 5 проигравших. И сейчас у нас будет битва за первое место. Так, принимать участие мне будет Элис. Дальше Аня. Кристина и Кирилл. Один-единственный пацанчик. Ну, я, да. Смотри, как я умею. Так, ну-ка. Сейчас, о. Вау, круто. Ну что, давайте, ребят, начинать. Давайте, на счет три. Раз. Кстати, мы взяли теперь железные лопаты. Раз, два. Смотрите-ка, никто не поломал. Да. Раз, два, три, все. А, куда? Пошлите ко мне сразу. О, капец, она ломает. Капец, она ломает. Это не каменная. Йо-йо-йо-йо-йо. Капец. Блин, не, короче, тактика галактика. Я помню. Не нравятся эти тактики. Так, Аня, пойдем, давай, иди сюда, иди ко мне. Чё ты убегаешь от меня? Главное самой не упасть. Аня, я буду мстить. Я говорю, я буду мстить. Девочка, нет, ребят, все? Если что, нельзя это, отделять себя. Надеюсь, вы это поняли. О, спасибо огромное тому, кто это сделал. Да. Кстати, ребят, я вот что подумала. Можно сделать на Pixel Bro такое же соревнование с подписчиками на стрим. То есть мы также построим вот такую же штуковину. И уже на большом-большом сплифе с подписчиками поиграем. Мне кажется, это будет прикольно. Только лаву нужно ставить. Да. Потому что количество снежков просто... Хотя там есть система уже добавлена, так что не волнуйся. А кто еще остался втроём? Нет! Аня, стой, давай мир, стой. Стой, я сама спрыгну, все, давай, делаем дело. Пожалуйста, только не крись.
Все, давай, делаем дела. А есть тут еще? А, вот вижу, да, бегать тут. Есть, есть. Все, делай прям по максимуму, без этих. А потом мы же еще вдвоем сразимся. Только не крыть, пожалуйста. Так, только вот тут не ломай, чтобы я тут могла пройти. Блин, как бы... Как вот? Я сейчас как спрыгну на вас, как закрыщу вас. Все. Нам надо эту скинуть. Дырочку нашу. Да, надо было сначала верхнюю ломать, а то там сейчас кто-нибудь так останется вот, наверху и все. Вот не осталось. А, все уже, давай, да? Пожалуйста. Да-да-да, Кирилл, да вы что там, давайте. Да вон там бегают все. Что, кто-то упал уже? Почти. Как же все хотят фотошопить. Да-да. Так. Фига, там было море. Ооо, минус один. Они вдвоем упали? Ну, все не упали. Остался Кирилл, ну все. А вот сама виновата. А что? А вы медь не скинете. И мы с Аней, получается, друг друга уже не скинем. Нам придется еще раз играть один раунд на победителя, потому что мы все друг от друга отделили. Но вообще, по сути, типа, там вроде как бы Кирилл выиграл, потому что он был выше, но с другой стороны, мы тоже не проиграли, поэтому тут... Ну ладно. Ребят, прямо сейчас пишите в комментариях, как вы думаете, кто победит, Аня, Кирилл или я. Мы играем всего лишь один уровень. Все, давайте вставать по местам. Я победил всех. Только не отделять себя, главное. Просто бегайте, крушите все вокруг. Раз, два, три. Все, погнали. Можно я как бы просто постою? Ну вы постойте, я поломаю под вас. Под вами. Ну давай, подожди тебя. Если кто вниз упадет, уже не может ломать блоки, если что. Ну, наверное. Хорошо. Так страшно. Блин. У меня есть тактика галактика. Так. Ну-ка. Отделять себя нельзя. Так я не отделяю. А можешь? А себя вы нельзя, а другого человека можно? Почти скинул Аню. А Кирилл постоянно убегает. Постоянно убегает. Не убегай. Страшно. Согласен, очень страшно. Но... Страшно, очень страшно. Хочется победить. Да, потому что сплив слишком большой, мы будем тут очень долго, на самом деле, кто... Первый совершит ошибку, кто нечаянно упадет, я думаю, тут все. Вот я сейчас чуть не упала, ё-моё! Блин, вот они сейчас отделит, и все, будет Белла. Мне кажется, вот каждый сейчас может так сделать. Чисто теоретически. Все. Нет. С чего ты так решила? Все. Ну же! Ну! Аня! Кирилл! Все, Кирилл проиграл. Кирилл победил. Он будет фотошопить того, кто проиграет. Но сейчас мы узнаем, кто же проиграл. Мы начинаем последний раунд. В нем будут соревноваться Максим. Что это сейчас было? Дальше Юля. Не клацай по клавиатуре. Кто? Розовый рогатик. Розовый рогатик. Абрагасик. Дальше. Так, это у нас кто? Это у нас Никита. Это у нас Никита. Нет. Это Никитос. Это я просто без ника была. Это Никитос. Это Никита. И Руби. Он меня руинил всю игру с самого начала. Я хочу его скинуть. Блин, кто? Я проиграла. Ты проиграла? Да, я проиграла. Ну, в общем-то, все, ребята. Победила кто? Победила Кирилла. А проиграла Юля. Вот. Кирилл, ты уже придумал, в каком стиле будет фотография отфотошоплена? Ну, типа, что будешь там изменять? Придумал? Нет еще? Ну ладно, короче, ребят, так что не выключайте видос прямо сейчас, после того, как мы попрощаемся, вы увидите этот шедевр, и Юля должна будет, а мы все проследим за этим, поставить этот шедевр на аватарку ВКонтакте на целый день. А вы, кстати, можете перейти по ссылочке в описании и лайкнуть его, я оставлю ссылку на эту фотку. Вот, на ВКонтакте? Также вы можете
подписаться на всех ребят, ведь все ссылочки есть в описании. Не забывайте поставить лайк, а также написать какой-то комментарий. Все, всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем привет, меня зовут Кирилл, и в сегодняшнем видосике у Настянки я победил в мини-игре Сплив, и сейчас я буду фотошопить эту прекрасную девушку, ее зовут Юля. Я буду фотошопить, так как она проиграла, но первым делом нам нужно для атмосферы включить клип Настянки, хит Pixel Bro. Я включаю... Мой канал астронавт, целый год мы летали, снова рэп про Майнкрафт, заслужила все медали, собрастут лучший сериал, сумерки стал самым... Что это? Первым время пришло в январе, запускается мой сервер, я кидаю динамит, выпиваю крепкий джуз, вся шкила закричит, ну а я не удивлюсь, рекс, фэкс, фэкс, добро в каждый дом, это дикий флекс, good one, давай взорвем! Пиксель бро звучит хайпово, пиксель бро, это клёво, пиксель бро звучит хайпово, пиксель бро, это клёво, пиксель бро. Захожу на пиксель бро, чтобы сыграть в бэдвар с друзьями, убиваю, побеждаю, в топ-1 я попадаю. Бро звучит хайпово, пиксель бро, это клёво, заходи и ну попро, мы не сделали попло. Пиксель бро звучит хайпово, пиксель бро, это клёво, заходи и ну попро, мы не сделали попло. Залетай и сам проверь на 1.12. Ну и вот я сфотошопил вот такую вот крутую аватарочку. Обязательно оцените ее лайком и комментарием. Я очень сильно старался. Я думаю, очень-очень красиво. Ну на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка в описании. Всем удачи, всем пока!